Привет всем! Я Лиза, мне 8 лет, и я живу в Нидерландах. Сегодня я продолжу вам рассказывать о космосе. Я очень люблю космос, как в одном из моих первых видео я тоже снимала про космос. Хочу с вами поделиться с некоторыми фактами и моими знаниями. Поехали! Млечный путь – галактика, в которой расположена наша Солнечная система. Такое имя Млечный путь наша галактика получила, потому что большое скопление звезд выглядит как пролитое молоко. И Млечный путь имеет форму, как тарелка. Поговорим немножко о созвездиях. В нашем полушарии ярче всего видно созвездие Большая Медведица. И большинство созвездий на ночном небе были замечены еще тысячи лет назад. И они до сих пор сохраняют имена, которые им дали первооткрыватели. Как, например, герой Орион, герой Персей. А знаешь ли ты, что последняя звезда в длинном хвосте Малой Медведицы – полярная. В наше время это самая близкая звезда к северному поясу Земли. Это путеводная звезда, так как по ней моряки и путешественники узнают точное направление на север. Много фактов о Солнце. Солнце – единственная звезда в Солнечной системе. Вокруг него вращаются большие и малые планеты со своими спутниками, астероиды, метеориты, кометы и космическая пыль. Солнце появилось примерно 4,6 миллиарда лет назад. Представляет собой гигантский газовый шар. Около 70% этого газа составляет водород. Большая часть остальных 30% является гелием. У Солнца невероятно раскаленное ядро. Именно в нем водород, сгорая, превращается в гелий. В результате этого процесса высвобождается огромное количество энергии. Почему черные дыры черные? Вы наверняка уже слышали про черные дыры. Черные дыры образуются, когда большие массы материи внезапно сжимаются. Это может случиться на момент гибели звезды. Огромный объем вещества в небольшом пространстве означает, что сила притяжения там возникает поистине колоссальная. Она настолько велика, что затягивает в себя абсолютно все, без исключения, даже свет. А если мы не видим света, то объект кажется нам черным. Если вам было сегодня интересно со мной, подписывайся на канал и ставь лайк, и будете узнавать много интересного, и в том числе о космосе. Будем изучать вместе. Пока-пока!